рождения! Кто-то пытается разгрызть мне кепку, да? Посмотри, мама, черепаху кормит. Отправились мы на свидание. Приехали на Summer Beach. Тут такая красивенькая бухточка. Прям вообще обалденно. Идем сфотографироваться. Мама, день рождения. У-ху! День рождения! Ура! Happy birthday! Дадите маме попробовать? Давайте. Вкуснота. Пошли обедать. Такая тут красота. Вкусняшечки нам принесли. Рис, пицца. Вика картошку захотела и какой-то суп. Попробуем. Девчонки купаются в бассейне. Happy birthday to you. Красота такая. Вика! Вот такие вот тут еще имеются на пляжике. Русалка. Давай. Ответственный папа, когда хочется и покупаться, и сын спит. Купаются, периодически укачивают. Что-то походу тут какая-то то ли свадьба у индусов, то ли чего. Семейство в сборе. Я тоже дойти с часами. Ну, конечно. Едем в зоо. Одеты. Наверное, наш машина идет в лодку. Наверх. Приехали на Малай фарм. Будем кормить животных. Крокодил. Одни головы торчат. Викулькин, ты чё? Чё-то не хотят они траву. Не знаю. Ой, бегут товарищи, друзья. А вы эту травку будете?
Вот эти едят травку. Морковка. Рыбки оголодали. Максик, смотри, какие барашки. Хорошенький маленький поросенок. Кушает. Не отдам. А, забрали. Забрали, да? Ай, бери корзину. Ай. Че? Классно. Да, кто-то пытается разгрызть мне кепку, да? Парень, ты уверен, что это хорошая идея? А? Сейчас у меня кепка на нитке развалится, да? А там что, тоже кормят? Кормят, да, Викуля? Но вообще... Павлинчики приехали в Кэмэл. Кэмэл Репаблик. Идем кормить Кэмэл. И жирафов. Иди к нему. Ой, хорошенький какой. Сама готовишь еду для жирафа? Ну, давай. Банан. Жираф, банан. О, вкусняшка. Жирафики. Он большой. Маленьких хочешь? Ну корми маленьких, а я буду этого огромного кормить. Ай, ты тут? А, меня лизнул. Но ему много еды надо, чтобы наесться. Так. Как классно. Заходим. А, нас там выпустите. Смотрите, как они едят. Нет, не надо. Кормим розовых фламинго и белых, и белых. Викулькин, ты чего испугалась? Вон как хорошо они кушают из ковшика у мамы. Фламинговый кормик. Тут не было страшилок, да? Сейчас что-то все со страшилками. Да, вон, Вика, смотри, человек-паук на стене висит. Да, вот такие тут страшилкины. Вика! Гигантские морковки. Вика решила залезть на трактор.
Вот такая хорошенькая стоит. Куры гуляют такие. А там Вика сапоги в яблоках. Ой, в яблоках. Сапоги в воде. Вика, смотри, мама черепаху кормит. Я на видео такая сладкая. Ну что скажешь, тебе нравится тут? Да. Помнишь, как ты сюда маленькая приходила? Вот такой вот. Маленький магазин. Классная тачка. Ух, Вика, ты рулишь барашком, управляешь? Налево. Направо. Такая вот куколка от папы. Попросил мне такую куколку купить. Здесь такая корона. Пуночка, каблучки. Извините, мальчик, вот такая принцесса. Отправились мы на свидание в честь 14 февраля. Времени на подготовку у нас особо не было, чтобы сделать что-то такое эдакое. Шарик остался после тайного дня рождения, такой весь в тему, с сердечком. Свидание у нас у мужа с женой, с детьми. Вот. Поэтому идем сейчас в Family Mart. Что там найдем интересного, вкусного, то возьмем с собой на пляж и будем праздновать на пляже. Сейчас нам все подогреют и побежим. На пикник. Ох, ветерок. На пляже тоже будут праздновать. Устраивают. Только ветер. Ну, ветер теплый. Максик, иди ко мне. Это кто тут хохочет?